Вероника Кивач. Рецепты от шеф-повара. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы приготовим омлет пуляр. Для этого нам понадобится отделить желток от белка. Мы возьмем 4 яйца. Готово. Будем взбивать белки миксером до средних пик. Взбили белки. Теперь совсем немножко перемешиваем желтки. Добавляем 20 грамм молока. Хорошенько вымешиваем. Греем сковороду до средних температур. Затем вливаем желтки. Слегка обжариваем. Даем желтку связаться. И будем выкладывать наши взбитые белки сверху. Добавляем немножко масла. Сковорода разогрелась. Вливаем желтки. Желток схватился, дальше мы аккуратно выкладываем нашу воздушную массу. Ставим запекаться в печь на 7 минут. Далее мы накроем фольгой еще на 5-6 минут, для того, чтобы наш омлет не пригорел и внутри приготовился равномерно. Накрываем фольгой. Достаем омлет из духовки. Омлет складываем друг на друга. Выкладываем на тарелку. Подаем с томатами черри, разрезанными пополам, и свежим шпинатом. Приятного аппетита!